Привет всем! Итак, сегодня я расскажу вам, как приготовить хлеб для рыбалки. Берем кусочек хлеба, должен он быть свежим. И начинаем его расталкивать скалкой. Расталкиваем, так вдавливаем. Потом нужно снять корочку, и вот получается вот такой кусочек хлеба я уже приготовил. На этот кусочек хлеба начинаем мазать варенье, какое вам понравится, или мед. Я буду использовать мед. Вот так сверху размазываем. Все размазали. И теперь на этот кусочек налаживаем точно такой же кусочек хлеба. Наложили. Аккуратно придавливаем. Так, дальше берем вот такой уже готовый шприц, обрезанный. И начинаем этим шприцом вот так вот вдавливать. Вдавливать и прокручивать. Вот. И это просто выдавливаем. И получилась вот такая насадочка. Уже готовая для одевания на крючок. Вот. И так делаем, сколько вам надо для рыбалки хлеба. Все. На крючке выглядит вот так. Вот так он на крючке. И вот так на волосе. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Удачи всем!